Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию циферблат. Вот такой вот реально хорошенький аналоговый циферблат под Wear OS. Подойдет Galaxy Watch 4, другие часы, которые поддерживают Wear OS. Что мы, значит, с вами здесь имеем на этом циферблате? Ну, во-первых, как вы видите, текстурочка у данного циферблата просто на высоте. И вот так шикарно на нем выглядит режим AOT или экран всегда включен. Какую же мы, дорогие друзья, с вами здесь информацию имеем? Здесь выставляется виджет, какой вы хотите. Далее мы с вами имеем здесь число месяца и день недели в аналоговом виде. Далее мы с вами видим, какой у нас сейчас месяц, тоже в аналоговом виде. Во-первых, он указывает, что 12 и уже подходит к первому 2022 году. И, естественно, написано декабрь. На русском языке все видно. Далее мы с вами видим, у нас здесь измерение пульса. И если мы с вами надавим на эту иконочку, он начинает измерять пульс, показывая мигание. Если мигает, значит, начинает измерять пульс. Далее у нас есть с вами заряд батареечки, иконка и в процентном соотношении и счетчик шагов. Помимо того, сколько он показывает шагов, также он показывает, сколько мы в процентном соотношении с вами сделали из заданного в Samsung здоровья. Интересные стрелочки выполнены и также очень качественно они сделаны, как в принципе и сам весь циферблат, вплоть до этих окон, теней и всего остального. Выглядит действительно шикарно. Теперь давайте пройдемся с вами по настройкам и посмотрим, что же у нас здесь есть. Так, настройки и смотрим. У нас первое — это изменение цветов, информационных цветов аналоговых окон, как вы видите. Несколько цветов есть, какие вы можете выбрать и сделать сочетание со всеми остальными цветами, если вы будете что-то менять. Далее мы с вами смотрим, у нас изменение индексов. Хоп, основных вот этих индексов на 12, 16, да, получается, и 20 часов. Можно выставить как-то так, чтобы было хорошо их видно. Следующая у нас настроечка Clock. Это изменение цвета цифр, которые у нас здесь есть. 12, 4 и 8, пожалуйста. Тоже также присутствует несколько цветов. И вы их сможете поменять, если вам нужно. Поехали дальше. Здесь выбирается язык. Язык не автоматически применяется, а как видите, он изменяется. Английский. Дальше у нас пошел русский, потом у нас есть еще какой-то, не знаю, да, и их тут немного, в принципе, он не мультиязычный, а поддерживает только раз, два, три, четыре, пять языков. Все, выбираем свой, ставите, потому что изначально он не на английском, изначально он устанавливается на английский язык. Поехали дальше и смотрим дальше. Здесь у нас с вами изменение стрелок. Есть три позиции, вот такая, такая и последняя. Мне просто нравится вот такой желтоватый цвет. Почему? Потому что ярко выделяется на экране. Вы точно будете видеть стрелочки всегда. Ну и последнее, дополнительное, это выставление виджета, что вы хотите. Я поставил погоду, ну а доступно здесь у нас, дорогие друзья, многое. Как ярлыки на приложении, шаги, восходы, дата, погода, будильники, мировое время – и так далее, и тому подобное. По умолчанию стоит мировое время. Я же решил поставить погодку, потому что, думаю, для меня это актуально, поэтому я это и делаю. Все. Вот такой вот симпотненький циферблат. Естественно, на данный циферблат у нас есть промокоды, и они достанутся всем тем, кто будет быстренько ставить лайк этому видосу и, естественно, дорогие друзья, писать свой комментарий. Промокодов не помню сколько, но думаю, что не меньше 30, это точно, поэтому успевайте. И вы скачаете данный циферблат бесплатно. Не забывайте в Play Market оставить свой отзыв, поставив несколько звезд, насколько вы его оцениваете, и также написать, нравится вам эта работа или не нравится, что бы вы хотели добавить или наоборот убрать из данного циферблата. Спасибо за ваше внимание, вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезным. До свидания, всего доброго и до новых встреч!